Привет, друзья! Сегодня у меня и радостная, и одновременно грустная новость, потому что я закончила разукрашивать раскраску с диснеевскими принцессами. Она была очень-очень толстая, у нее было очень много раскрасок, и, как вы знаете, листочки были отрывные, поэтому я все раскраски оттуда вытащила, и поэтому сейчас у меня там пустота, ничего нет. Но все мои раскраски есть, все они здесь, и сегодня хотела бы еще раз с вами с ними поделиться. Разделила я их на темы, то есть каждой принцессе будет посвящено отдельное видео. Итак, вашему вниманию, Русалочка и принц Эрик, их история любви. Поехали! Я буду дальше выкладывать для вас разные раскраски. Ставьте лайки, подписывайтесь, не стесняйтесь. И увидимся. Смотрите новые видео. Пока!